Меня зовут Хусейн. Я сейчас нахожусь в мечеди, в город Заборожье, который относится к духовному управлению Аль-Иман по шариату, по ритуалу, по исламу. Мы обязаны делать ритуал. Мусульманский ритуал – это такбир, это что мы признаем, что Аллах великий, Он единый. И мы благодарим Аллаха за то, что Он нам велил соблюдать, как остальные до нас, вот, наше время, христиане и евреи, и тоже мы вот, пост соблюдаем. И вот вознаграждение за соблюдение этого поста получаем праздник. Хоть на Украине сейчас военный час, но вот мы не нарушаем шариат ислама, и мы делаем этот вот праздник, именно молитву и ритуал, и проповедь. И даже сегодня были вот боевики с армии Украины, которые они воюют за свободу, тоже провели с нами молитву и проповедь. Они все поздравляют друг друга и все угощаются сладости и напитки, и вот поздравляют друг друга, и вот чтобы было всем хорошо.